дружба, не дружба, а, ведьмак? Не пропустите! Покупайте билеты! Скорее! Только у меня! Ну и запахи! Что сегодня на обед в Фазанере? Привет. Ведьмак! Из школы Волка! В Тусенте! Привет! Я Лазарь Лафар. Геральт из Риме. Откуда столько радости? Есть работа? А то! И речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец. Давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Не забей. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет, я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному. Принеси мне чертежи, а я тебе выкую, что захочешь. Покажи мне свои товары. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиенсаэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло. И теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиенсаэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал... Скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Как так получилось, что эльфский мастер взял ученики человека? Мой отец ковал доспехи, а я с детства ему помогал. Мастер Тиенсаэль как-то увидел мою работу и предложил пойти к нему в ученики. Только теперь, спустя многие годы, я понимаю, какая это была честь. Увы, мой учитель погиб во время погрома. Он научил меня всему, что знал, но мне не удалось при его жизни сдать экзамен в гильдии и самому стать великим мастером. Я знаю, что в этом ремесле мне нет равных. Но пока я не выкую ведьмачий доспех, достойный великого мастера, я не буду уверен, что стал равен ученику. Где мне искать чертежи?
Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Волка, грифона, кота, медведя и мантикоры. С которого начнем? Расскажи о ведьмаке из школы волка. Его звали Адон. Я хорошо его помню. Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ. Незадолго до того в Тусент прибыли археологи из Кастель-Грапиана. Они расспрашивали учителя об эльфских руинах в Термесе. Он предупредил их, что места там опасны, и посоветовал нанять Адона охранником. Не знаешь, какие опасности он имел в виду? В легенде, в подземельях Термеса обитают призраки. Не знаю, правда ли это. Но оба ученых и ведьмак скинули без следа. Расскажи о ведьмаке из школы Грифона. Он приходил лет 200 назад, но учитель хорошо его помнил. Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги. Он взял какой-то заказ в форте Усар, и ему было нужно снаряжение получше. Он показал учителю чертежи, внес задаток, и больше его не видел. Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся. А куда он мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил. Стоит поискать в Усаре, хотя теперь форт лежит в руинах. Расскажи ведьмаке из школы кота. Год назад княжеский бронник Долане обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность присланного ему ведьмачьего чертежа. Он работал над новым доспехом для гвардии, а какой-то ведьмак из школы кота хотел продать ему чертежи полного снаряжения, что было бы очень кстати. Это действительно был ведьмачий чертеж? Вне всякого сомнения. Жаль, Долане не разрешил мне его скопировать. Он был очень взволнован. Боялся, что ведьмак просто убьет его и заберет деньги. Не исключено, что боялся он не зря. Вскоре после этого Долане исчез без следа. Я бы поискал зацепки в его доме, но его жилище пришло в запустение, и теперь туда и зайти-то опасно. Расскажи о ведьмаке из школы медведя. Он появился вскоре после того, как мастер Тиэн Саэль взял меня в ученики. Я помню огромного ведьмака с медальоном в виде медвежьей головы. Он торговался, как базарная баба. У ведьмаков не бывает лишних денег. Да, и этот явно не был богат. Но он обещал, что скоро получит нужную сумму. Он взялся за заказ на винограднике Туфо, где дом развалился. Время прошло, медведь так и не вернулся, а учитель отправил меня в имение Туфо. Оказалось, ведьмак действительно принял заказ, но больше о нем никто ничего не слышал. И это все, что я знаю. Школа мантикоры. Я мало что о ней знаю, хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи. Учитель говорил, что крепость мантикор была далеко на востоке. Лет 100 назад оттуда приехал один ведьмак, некий Мертен. Он произвел нехорошее впечатление на моего учителя. Вонял, как краснолюдская винокурня, и все время лез в драку. Тиэн Саэль захлопнул дверь у него перед носом и сказал вернуться, когда протрезвеет. Он не вел дел с пьяными. А ведьмак так и не вернулся. Люди говорят, что он спьяну сцепился с княжеской гвардией. Его арестовали и тут же казнили. Тюрьма Бастой, где его держали, уже давно разрушена. Но, может, оттуда стоит начать поиски?
Бывай. Удачи на пути! Вивиены де Табрис. Вы, уважаемые... Доблестные рыцари со всего света сразятся за титул чемпиона. Родиться в Тусенте, места значит, на трибунах еще остались, но скоро закончатся. Парикмахер Жан-Луи Людовик представляет хит сезона. Стрижки и прически по последней моде Коверского двора. Жан-Луи Людовик. Стрижки для мужчин и женщин. Мода севера с южным лоском. Говорит, что если кто очень злой... Эй, господин, чего говорить? Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Я-то вижу, какой ты злодей. Ведьмак? Хлеба! Чесать на помаде дешево и хорошо. Приветствую, добрый господин. Можешь меня подстричь? Может, сыграем партию в гвинт? Причесать на помаде дешево и хорошо.
Вот тут все вино, да вино. А мне б наливочки. Внешность. Готовьтесь вновь узреть чудеса рыцарской добродетели на ежегодном рыцарском турнире. Что такая бледная? Не здоровится? Кто желает сразиться с невероятным шваброй? Его язык ранит так же, как кулаки. От его слов взрослые мужчины убегают в слезах. Ну, понеслась. Ведьмак, покажешь нам класс? Этот по мне больно тупой. Помоги, если угодно. Он и языком трепать не приучен, так я его одним ударом завалю. Будешь участвовать? Исключено. Ты, мужик, главное, крепко не удивляйся. Тут интеллект нужен, не только сила. Швабра, видишь ли, боец необычный. Швабра? Никогда не слышал такого имени. Не по имени следует оценивать противника. Сударь Швабра – отважный дворник, а с силой его ударов может сравниться только точность его попадания. Хорошо, начнем. У, да ты как лист трясешься, погремушка-потаскушка. Ну давай уже драться, что ли. Главный на ринге шутник – это я. Ты что не вякнешь, все выйдет херня. Какая еще херня? Ты себя послушай. Ну что такой бледный? Сейчас тебе пендель отвешу победный. Страшно? Боишься? Страшно ударить тебя во всю силу, чтоб венок не тащить на могилу. Страшно, что я побеждаю всегда. Сдайся, пока не облезла пизда. Лишний раз злить меня не надо. Кончится бой и запросишь пощады. Ну ты... это... того... должен признать. Умеешь ты словом приложить. Ты выиграл. Мы что, не будем драться? А зачем? Я же говорю, выиграл. Ведьмак победил! Он одолел швабру его же оружием! Ты меня переболтал. Но это только потому, что я сегодня не в форме. Иначе бы я тебя ох как разнес. Да, ясен пень. Побьешь еще двух противников, а потом можно и с мастером драться. Тихий омут обычно где-то в верхнем городе, у переулка рыцарей наживы, а колосс на самой большой площади нижнего города. На севере должно быть страшное варварство. Не задерживаться! Проходите! Проходите! Чудовищ бывает, мама? Сударь ведьмак, ты, говорят, подраться хочешь? Не желаешь ли испытать силу с тихим омутом? Ну что, сразишься с тихим омутом? Давай уже, давай!
Мне нужно знать, кого я буду охаживать кулаками. Почему этот рыцарь не открывает ни лица, ни имени и не говорит ни слова? Умерь любопытство. Рыцарский обет — это не игрушки. Тихий омут не откроет ни лица, ни герба, пока кто-нибудь его не одолеет. Так будешь драться или нет? Вызываю тебя на поединок. Благородные дамы и достойные господа, сейчас начнется бой. Господа, ведьмак победил в схватке неустрашимого тихого омута. Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Сильный у тебя удар, точный. Поздравляю. Спасибо. Хочешь еще что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? А зачем? 13 век на дворе. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Ха. Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Теперь от поединка с мастером тебя отделяет только колосс. Он сейчас где-то на Сан-Себастьяне, на самой большой площади Нижнего города. Что принесет нам завтра? Ведьмак, предвестник беды. Ты хочешь со мной потоптать виноград? Ах, ведьмак! Спасибо, вместе! Вот нам и герой! А когда-то я был афирским принцем! Пиздохлоп! Хвостатый! Сударь-ведьмак, не поверишь ли силой с колосса? Вы, уважаемый, держите себя! Говорят, ведьмаки чертовски быстрые! Мочи седого кидера! Мочи! Да это какой-то дед старый. Я ему как врежу, так он неделю будет раздумывать, откуда прилетел тот дракон, что его повалил. Пиздохлоп хвостатый! О, кажется, этот с виду знатный забияка. Эй, белоголовый, будешь драться с колоссом? Колосс? Интересное прозвище. А у него есть имя попроще? А зачем? Колосс — это звучит гордо и подходит ему. Ну как, драться будешь?
Хорошо, давай драться. Скучно, мне неохота. Я для тебя слишком быстрый. Раз по тебе попаду, и ты уже ляжешь. Какой в этом интерес? Не хочешь драться? Тогда что ты мне голову морочишь? Отнимаешь мое время. Ладно, ладно. Что ты сразу надулся? Ты же ведьмак. Тогда сделаем так. Отобьешь 3 моих удара, ты выиграл. Только ты сам не бей. Я тебя буду бить, а ты просто закрывайся, ясно? И если у тебя все получится, я тебе еще и ставку удвою. Такой ты щедрый. Нет, я просто знаю, что у тебя не получится. Еще никому не удавалось. Я слишком быстрый. Так что, отобьешь 3 раза? Идет. Я твои удары без всякого труда отобью. Вот это я понимаю. Наконец, какой-то спортивный азарт. Только помни, пока я удар не начал, блока не ставить. Все время в защите стоять, не по правилам. Дамы и господа, начинается интереснейшая схватка. Ведьмак принял вызов колосса. Закрывайся, дед! Слишком быстро для тебя, да? Невероятно! Ведьмак отбил удары колосса. Никому раньше это не удавалось. Твоя доля. Спасибо. Я впечатлен. Много лет такого не бывало. Ты только что получил право вызвать на бой самого мастера. Спроси его в доках. Дам тебе совет, ведьмак. Если незачем жить... Сука! Помогите! Я слева зайду. Вот же ж сука. Это сильно. Как бы мне найти бойца по прозвищу Мастер? Мастер, маэстро, непобедимый. По-разному его люди зовут.
Это ты тот ведьмак, что повалил троих забияк? Да. Я пришел драться с мастером, только... Он же пьяный. Мастер использует алкоголь, чтобы побороть робость. Это очень деликатный человек. По-трезвому он никогда бы человека не ударил. Драть с трезвым – это как танцевать без музыки. Ты драться точно сможешь? А, мастер, ты же пьяный. А это уж мое дело. Че зря трепаться? У меня водка стынет. Будешь драться или где? Да, я тебя вызываю. Ща-ща, у меня свои правила. Я не блюю там, где ем, и не дерусь с теми, кто пить не хочет. То есть? То есть пей, брат, или вали отсюда. Ну что ж, ладно. Господа, мастер будет драться. Наконец-то. Можем начинать. Столько лет не случалось. Ну и кулачищи внушают. Спасибо. Но надо выпить за это дело. Хороший мой. Я тебе так скажу. На самом деле хорошо, что ты меня победил. Будет мне больше времени на любимую забаву. Ведьмак Геральт из Ривии стал новым чемпионом в кулачном бою. Браво! Вот твой приз. Кто не бьет, тот не живет. Что за день? Я была волком.